Как посулились, вышли на работу в назначенный день, не сразу, но разломались и, вкалывая от темна до темна, наверстали упущенное. К сроку отработали район, снялись с речки Ирачима, вернулись в Туруханск, и те, кто остался в отряде, на следующий сезон уже работали другой участок, на другом притоке Нижней Тунгуски, еще более глухом и отдаленном, под названием Нимде. Несколько лет спустя Акима занесло поохотиться на глухарей по Нижней Тунгуске. Он нарочно сделал отворот, долго шарился по мрачной речке Ирачима, пытаясь найти место, где стоял и работал когда-то геологический отряд. Но сколь не бегал по речке, сколь не кружил в Уреме, следов геологов и могилы друга найти не мог. Все поглотила тайга.